Більш якісна вода тепер має бути у мешканців лівого берега Дніпра. На Ломівській насосно-фільтрувальній станції завершилась реконструкція. За 70 мільйонів бюджетних гривень закупили нове устаткування, замінили дренажну та фільтрувальну системи. Роботи тривали 3 роки. Нове обладнання запрацювало ще наприкінці 2019-го. Чиновники кажуть, що тепер якість питної води покращилася. Натомість комунальники – іншої думки. Кінцевий споживач, кажуть, різницю не помітить. Щоб дніпряни отримували справді чисту воду, треба повністю міняти міські комунікації. А це і довго, і дорого. Водовод был основан в 1869 году. То есть в этом году ему, в 2019 году, было 150 лет. Естественно, с учетом роста города была модернизация, но износ труб уже очень большой. 2000 километров водопроводных сетей только проходит по городу. И заменить их за ближайшее время это невозможно. Если вода на выходе из насосной станции соответствует всем требованиям, то когда вода попадает в сети водоснабжения, а многие из них были уложены 60-70 лет назад, то происходит так называемое вторичное загрязнение. То есть все прекрасно знают, в каком состоянии трубы. Если говорить о замене всех сетей по всему городу, то ни один бюджет города, миллионника, даже таких богатых, как Киев, как Днепр, как Харьков, никогда в жизни не справится с этим самостоятельно. Это должна быть однозначно всеукраинская общая программа. И это даже при наличии денег, это возможно эту программу завершить только там в обозримые там 15-20 лет.